Федоров разворачивается, катит на ворота, бросок, добивание, гол! И это не гол! Я даже не удивлен. Ты когда сказал, что это Пупкин, я не удивлен. Безусловно, это очень красивый сейв. И вообще спасатель матча Хомченко не вопрос. Кого там положил? Слеза! И какой гол! Какой голешник! Нашел эту шайбу взглядом, ловушку выставил. А здесь Цыплаков обыгрывает. Ох, какой гол, какая красота. Что Спартак делает?